Страшная авария с неожиданным финалом. В Иксе мотоциклист лоб в лоб на огромной скорости врезался в легковушку. Судя по первым кадрам с камеры видеонаблюдения, для водителя мотоцикла это столкновение могло стать смертельным. Ведь и он, и пассажир мотоцикла сделали сальто. Но оказалось, что реальной жертвой аварии стала многодетная мать, которая сидела за рулем автомобиля. Вот с той стороны мне нужно было повернуть налево. Ехал на зеленый свет светофора, и на встречную полосу ехал мотоцикл. С большой скоростью врезался в меня. Я была с двумя детьми. Пока я осматривала детей, потому что они испугались. Пассажир, значит, видимо, здесь потерял кроссовку. Он здесь маленько попрыгал. И пошел по направлению мотоциклисту. Мотоциклист скрылся вон в том направлении. Ко мне водитель мотоцикла не подошел. Он быстренько встал, взял свой мотоцикл и покатил его вот в том направлении. Зашел на тротуар, там завелся и поехал по тротуару. Скрылся. Вот так вот выглядит мой автомобиль после аварии с мотоциклом. Поврежден капот. Что это? Бампер. Все разбито. Фара внутрь вошла. Все вообще... Все отвалилось. Пассажир, который, он вот завалился мне на лобовое стекло. Если честно, подумала, что они как бы насмерть там разбились. Ну, как-то там вот прям вот так каша была. А когда глаза-то подняла на них, смотрю, он уже начал мотоцикл туда завозить. Мы поехали за ним, но догнать мы его не смогли. Очень было много народу, никто его не пытался остановить, не окликнуть, ничего. Может быть, я бы его задержала, но просто у меня был шок. Водитель мотоцикла и пассажир, пока, по нашим сведениям, за медицинской помощью не обращались. Значит, усложняется тем, что мотоцикл не зарегистрирован, номерных знаков нет на нем. Или он был без документов, или пьяный. Гнать на красный свет с такой скоростью по встречной полосе, это, наверное, ненормальный водитель только так может сделать. Кстати, поскольку водитель мотоцикла скрылся, у хозяйки поврежденного автомобиля, кстати, многодетной матери, возникли проблемы с возмещением ущерба. В страховой выплате ей уже отказали.